сейчас мы завтракаем в супер какой-то, мне кажется, популярный, выигрышный, на супер нью-йоркский завтрак. Короче, в бейгл можно добавить просто все, 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 что хочешь. Почему никто не берет Мюриэл, как я? Мюриэл. I got house in the carriage, yeah. I got black love and marriage, yeah. They gon' say you can't have it, but I'm like, don't kill the messenger. We gon' break the stigma up. Huxtables turn to Obamas. It ain't about where you been, where you from. What you got is all about love. Self-love is the best love. When you go take that wristband off, that Fenty party bent over. Don't need makeup to dress you up. I gave birth on the bathroom floor. Just me, Iman, and headphone call. А мы идем в музей современного искусства MoMA. Надеюсь, там будет что-то очень модное и современное. Картину Тулуз-Лотрека, шансоньер или как-то так. 25 баксов. Современного искусства, и кажется, тут очень-очень вкусно. Сейчас мы попробуем добраться до туда. Что там еще? Sometimes I don't.
Она просто, Лера хочет ко мне во влог попасть. А ты, Артём? Я блевану на них еще. Я слишком объелся. So you can use less, and it's softer than ever, so it's harder to resist. Okay, this is getting a little weird. У нас последний завтрак, крайний завтрак. Марина. Сейчас мы позавтракаем и улетаем. Это место называется Urban Eat, что-то такое. Тут очень много таких киосков с едой, как у нас на всяких фуд-маркетах. И сейчас суббота, а вот будни, когда мы сюда приходили, всюду стояли очереди. Это очень такое место шумное. А вот эта вот кофейня поразила нас на глубины души. I've been playing it out, but we never change. We are just caught in the game, lost in our ways, and who can we blame? Не знаю, почему я только в последний день зашла в магазин Andata Stories, но это сплошное вдохновение и кайф. Просто и цены вот как надо, не дорого, не дешево. Блин, хочется тут все купить, но у меня уже вообще ничего не взять в чемодан. What the fuck have you been drinking all night? Like you never meant to mean it. Короче, через Франкфурт, пересадка там 2 часа, и потом на Кипр. К сожалению, прямых рейсов нет. Вылетаем мы в 7:40 вечера, прилетаем в 9:10 утра. Хотя летим всего, на самом деле, 9 часов. Тут очень современная система. Тут везде стоят айпэдики, можно зайти в интернет, можно заказать себе еду, оплатить вот тут картой. И все тебе принесут, и вообще никакого контакта с официантом. Ну и в интернете тут можно посидеть, посмотреть свой чек. В общем, айпэдов тут прям весь аэропорт по айпэдам. Супер удобно. А вот уже наш выход. Вон там. Через часик будем там стоять и садиться в самолетик. В Америке я впервые задумалась о том, что вот они живут в стране, которая производит контент, видеоконтент, имею в виду фильмы, сериалы для всего мира. И никто не делает это лучше, чем они. Им не на кого равняться. То есть мы всегда смотрим крутых режиссеров, клипмейкеров, не знаю, артистов, смотрим, какие у них клипы, что они там сделали, что они там придумали, смотрим на их приложеньки, на Apple Music, и пытаемся сделать, как они. Ну, даже если мы не пытаемся сделать, как они, так или иначе мы сравниваем какой-то уровень, потому что вот они задают вот этот уровень, а у них нет такого ориентира, и они просто делают лучше, чем они делали вчера. И вот так вот и должно работать. Нужно соревноваться именно с собой. С собой вчерашним. И делать просто лучше, чем ты делал. Пока! Пока, Нью-Йорк! Это манговый сорбет. И это просто супер. Супер вкусно. Всего.
всего 60 калорий. Ой, 60 калорий. А я смотрю тут America Inside Out. В общем, у меня Total America. Чин-чин.